Привет, привет, всем привет, друзья. Добро пожаловать на наш канал «Турецкие папаши». Друзья, сегодня я вам что буду снимать? Буду снимать, что у меня дома есть проблемы. Мне надо ремонт что-то делать. Срочно надо было что-то делать. У нас что-то сломался. Что сломался? У нас сначала духовку, вы знаете, что сломался. Либо нам надо купить, либо нам надо починить. Еще у нас лампочки горят. Нет, не лампочки, но там надо поменять что-то. Я не знаю, сейчас вам скажу. Лампочку надо поменять. Лампочку, но не это, не лампа. Патрон. А? Патрон. Патрон. Спасибо, мама Лена. Мама Лена, вот, патрон мне надо поменять, друзья. У меня есть одна очень хорошая познакомая, которая, он самый лучший мастер, могу сказать, что в мире. Он очень хороший помощник, и он все делает. Давайте ему позовем, что посмотрим, он делает или нет. Пожалуйста, вы где? Помощник! Помощник! Помощник где вообще? О, кто пришел? Вот. Та-та-та-тан. Друзья, серьезно, Ур, мастер-шеф. Мастер-шеф. Ну, не мастер-шеф. Главный мастер. Техник-сервис. Техник-сервис. Техник-сервис, друг. Он всегда все хочешь? Знает делать. Скажи, что хочешь ты? Что хочешь? Ну, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Ты знаешь мою духовку уже. Ага. Уже почти 3 месяца не работает. Сначала будем посмотреть духовку. Давай лучше сначала лампочки. Это долго, потому что. Да, помощник, давай посмотри, пожалуйста. Я думаю, что это патрон. Ну как, это всегда, это как Тёшин дома, Амахсун дома. Скоро... Кроме нашего дома. Кроме нашего дома, это все, это дома, это и... Или меня, это... ой. Ур. Надо как одна ур, да? Давай тебе еще Инстаграм откроем тебе. А. Чтобы у тебя была... Я тебе не плачу, а мама Лена... Муж на час. Да. Я ничего не плачу ему. Мама Лена не плачет. Не платит. Мама Лена платит. Платит? Да, конечно. Ужином. Мама Лена говорит, что ужином. Да, мама Лена? Кстати, мама Лена тоже у нас дома. Мы тут все в гостях. Все в гостях. Да, спасибо, вкусно накормили, вкусно. Напоили. Тебе спасибо, всегда ты нас кормишь, этот раз давай мы тебе кормим. Вот бадир нас. Да. Здесь еще одна. Привет. Мужу мастер, еще жену. Мужу. Муж мастера. Жену мастера. Друзья, вот патрон там. Патрон там. Патрон, мама? Патрон на русском называется. Кстати, патрон турецкий, друзья, называется босс. А, босс. Это бывший босс, кстати, уже не босс. Ур. Ты помнишь? Электрик тут масса, мама? Это... Если что, 113 позвони, как правильно. Иди, помоги. Что нужно? Надо... Мне вот повыше ему надо, повыше, подними нет. Его. Да нет, не так. Как не так? Не так. А что? Не знаю, мне надо это... Подушка. Лесенка, кудесенка есть? Лесенка, кудесенка есть? Не знаю, что такое лесенка. Лесенка, кудесенка. Помощник, мастер. А свет не надо выключать? Сейчас выключит. Вдвоем вместе. Дур, лад, дур, олым, дур. Все. Ладно. Я вот держу. Максим, шагай, электрик пар, куда? Ой, валла, я боюсь. Максим, держи. Валла, я боюсь, я. Электрик есть? Ты тоже, да, проблем там будет. Если ты не умеешь, мастер Максим есть, да. А вы когда эту квартиру сняли, тут работала? Нет, мама. Ни разу не работала? А не помню. Так вот есть план? Нету, да? Я знаю, 100% нету.
Я сказал ему, это купи массу, не подожди. Не, 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 почему не купил? Лампу выключи. Что? Ты что делаешь вообще? Что сделал? Ну, здесь этот кабель был пластик. Я пожарил. Ну, это как огонь сделал, это утаскивал. Да. Сейчас, на, это тебе зажигалка твои. Вот. Я тоже думаю, что это я могу делать. На. На, я не делаю. Вала, у меня живот болит. И еще... Мама, что болит, мама Лена у меня? Голова. Я бы тебе сказала, что у тебя... Но боюсь, это не для эфира. Живот болит, ты не можешь делать. Нет, сегодня... Скажи мне честное слово. У меня настроения нет. Подожди, у меня честное слово. Ты умеешь или не умеешь? Скажи честное слово. У них год не работает лампа. Как ты думаешь? У меня нет. Я хочу слушать. И у него год живет. Я хочу слушать это ему. Ты честное слово скажи. Это ничто я не умею. Скажи мне, честно я говорю. Просто не хочет это делать. Да, это не мой хобби. Ему это не интересно. Кто-то говорит, что это наш хобби. Если не скажешь, я не буду делать. Это не мой хобби, говорю. Ты умеешь или нет? Вот тебе говорю. Я могу, просто я не попробовал. Умеет, конечно, просто умеешь? Да. Давай попробуй. Нет, давай. Сейчас живот болит. Подожди. Что ты живот болит твой? Ади. Сегодня, ну, если у тебя сломается, дома ну, позови я мне. Я не понимаю, скажите мне, пожалуйста, гость позовешь дома, это говорит это... Это не гость, это помощник. Помощник? Какой помощник тебе? Я имею в виду, я тебе не считаю, что ты гость. Я больше Катю, я тебя вижу, я в мире. Вот электрик, опять кто включил? Блин, я не хочешь выключил. Хочешь меня убивать, блин? Керем. Керем, да? Все. По-моему, нет. Мерек орёт. Она голодается. Ну, посмотрим, друзья, как он делает. Если что, я посмотрю это видео потом. Ну, вот карман есть, друзья, смотрите. Отровка. Отвертка. Отровка. Я думаю, что лампочка не будет работать. Ур, лампочка будет работать? Масса. Патрон, да, это? У вас футбол начался, кстати. Кстати, Ур, давай быстро. Да? Да. Нет, нет, еще не... Да, нет, нет. Начал. Ур, давай. У нас есть время еще, давай. Темноты не круто смотри. Давай свет и делай. Я бы купил себе очень хорошую, как сказать, Ур, не его надо тут часы? Авизе. Ну, это не наша квартира, поэтому я не хочу купить. Ур, вообще-то молодцы. Молодцы, потому что, да, машина-то... Друзья, даже машина сломает Урс. Ремонт делает. Нет, я имею в виду, у тебя машина, кстати, все есть. Что хочешь, есть. Если я был еще высоко, мне так было очень. Все, да, Ур, уже. Та-та-та-та. А, последний. Может, Максим туда встанет, он повыше? Да он не делает, ему мама. Мам, у меня живот болит. Плюс второй у меня, как сказать, сегодня... Скажи, как есть. Настроения нету, мам, сегодня. Беда какая-то с настроением. Когда у тебя настроение? Целый год настроение. У меня еще голос... Потерял я. Там голос не нужен. Да? Нужно, а как не нужно? Ну что? Та-ра-райт. Та-ра-райт, та-ра-райт. Посмотрим, будет или нет. Мам, как думаешь, будет? One, two, three. Ёлочка, гори! Нет, это не правда. Та-а-а!
Ура! Вообще, горжусь тобой, турецкий папаша. Ур, я сейчас сын. Друзья, серьезно. Спустя год у вас теперь есть. Ладно? Вот серьезно, говорю. После год, я один год закончил, у меня этот квартир. Мне кажется, Катя будет это больше понравиться. Да, точно. Мне кажется, они не парились вообще. Катя, у меня тебе сюрприз. Кату, скажем, что это я делал. Давай, бери, пожалуйста. Видео сниму. Ты сделал? Бери, бери. Ури, иди, бери. Катю позови. Подожди, подожди. Ты сделал? Так давай Катю говорим, что я делал. Да, конечно. Катя, иди, смотри мне. Бери так видео. Друзья, вот одна проблема решили, второй остался. Сейчас вот посмотрим. Нашу духовку. Как думаешь, Ур? Кать, а? Ты знаешь лучше это. Как, что там это? Не горит там или тоже? Вообще она не работает. Вообще не работает? Вообще. Вдруг она перестала. Да? Да, вон у нее там, вон она включает. А вы посмотрели там? Маску посмотрел вообще? Розетку смотрел. Работает розетка? Розетку не знаю. Лучше ты проверяй. Кстати, мы не додумались розетку проверить. Она вообще вот так... Розетку-то включена? Она, я... да, вот. Мы, да, отодвинули, посмотрели, что она в розетке. Ну, вот эта же стойка, ну, как бы, все интересно работает. Интересно ваше движение, вытащили вы ее. Посмотрели, да. Если мастер Максим это не решит, вообще ур. Она вдруг, да, перестала в какой-то момент гореть. А скажите мне, у вас есть этот ушлю узатма? Да, ушлю переспринесы. Который длинный. Вот. Интересно, какая у нас розетка. Только вставить туда, да, вставить. Вот туда вот пошло. Вот. А, есть там? Проблем нет, можно. Как она включается? Катя, покажи. Ну вот, градусы. Ну красный не горит. Не, не горит. Нет? Хотя я не помню, она, по-моему, нет, горела, да. Да, горела она, Катя. Сейчас ничего не горит, вот здесь обычно горит. Я здесь вариант посмотрю. Она была, да, эта духовка здесь, в этой квартире? Угу. Это не ваша? Да? Нет, не наша. А вот это единственное, что здесь было, печка и духовка. Ну, это очень давно, старая, видишь? Ну, да. Ну, она, кстати, она нормально вообще работала, хорошо работала. А потом в один момент резко перестала. Да? Да, Ур, что случилось? Что говоришь? Да, Максим. Да, Максим. Что случилось? Ну, этот... Сын. Я профессионально это занимаю, вот это, спортом. Начинается непрофессионально. Если взялся, делай. Ну. Вот это. Надо... Показать. Надо, значит... Профессионалу. Профессионалу, да. Да, мне кажется, надо новый купить. Сейчас она говорит, что вы сломались. Мы смотрели новую духовку.
стоит новая? Самая дешевая почти 2000. Ну да, да, мы так и думали. Обычно 2500. Самая дорогая, кстати, вот 3000. А, да? Ну это не новый, Катя, мы не будем новый. Кажется, это ремонт делаю и все. А если она не подлежит ремонту? Если нельзя сделать ремонт? Почему? Ну, может, там всё перегорело, оказаться... что вообще нельзя сделать. Нет, такого быть не может. Просто может оказаться, что ремонт будет стоить столько же, сколько новое. Ну, тоже может быть. Может, там что-нибудь такое главное, что не железо. Там, скорее всего, вот этот нагреватель элементы. Сгорел. Я хочу сказать. Да, вот что случилось. На тебя отвертка. На тебя. Ну, я знал, что если мастер Максум не делает, никто это не делает. Давайте держите. Ну вообще-то. Я шутю, друзья, кстати. Ну, молодец он, но он проблем не с электрическим. Мы думали, что электрический проблем. Ур это может решить, но он мог бы ремонт делать. Ну просто это походу на. Как мама это? Похоже на что это тен сломался. Поэтому. Думаю, что он уже все умер. Да. Надо купить новый. Или этот, ну, вообще-то показать этот, ну, прям этот. А там предохранитель есть? Мам, такие вопросы задаешь, откуда не понимаешь. Да, мам, это я не понимаю. Мам, ты понимаешь? Сигурта. Мам, это нет, уже нет, сколько лет это здесь? Конечно. Это, да не сигурта, все. Вы не про то говорите. Сигурта есть там? Ну, нету. А, есть. Страховка нет. Нет, не страховка. Я понял, я понял. Нет. Я понял. Нету, мам. Короче, нету. Мама, так, Маша, тебе надо купить. Все. Или этот показать. Точно. Ну, кто-то это, занимается вот эта штука. Надо знать этот сколько. Профессия. Они этот. Да, они этот дорого делают, дешевле делают. Надо посмотреть. Ну, посмотрим. Спасибо, друзья, посмотрите наше видео. У нас сегодня был там. Такой тема, помощник Ур, как всегда, помогал мне. Он Тёща, лампа, ну тоже мне. Свой дом. Вот лампу делал, он молодец. Очень хорошо горит, кстати. Катя, этот, сказала, а сразу пошел, да, Катя, видишь, Катя, как я сделал. Катя думает, что я делал, короче, ничего не скажет. Катя, слышала? Шуту, шуту, все, он делал, друзья. Спасибо вам. Спасибо ему. Что посмотри. Увидимся на следующем видео. Давайте, пока-пока. Всем пока, друзья.